一生扬鞭，万马嘶吼是你英雄的出场，生死一念天地无垠，红日蓬勃也比不过你豪情万丈，逐鹿中原你就为了那一天，夕阳下我望见你调转马头，一名士我接过你千军万马，我们是兄弟，血脉相连的兄弟，同把热血浇灌深爱的土地，为家国为梦想升起希望的图腾，这是你的光荣与梦想，也是我的憧憬与渴望，爱与恨的交折，血与肉的拼杀，旗帜在硝烟中飘扬，这是你的光荣与梦想，也是我的憧憬与渴望，爱与恨的交折，血与肉的拼杀，旗帜在硝烟中飘扬。Дядя, говорят, Даргон сидит на императорском троне, во дворце. Дает ханьцам должности. Бывшие министры Мин ждут, что он станет императором. Снова говоришь ерунду? Это не ерунда. Это вести из Шанхайгуань. Они распространяются быстро, если это правда. Хаогэ, поменьше интересуйся этими слухами. Дядя, ваше терпение очень ценно. Даргон считает вас марионеткой, но вы не собираетесь роптать. А теперь он захватил трон, и вы все равно нисколько не жалуетесь. Так скажите мне, для чего вам регентство? Я говорил, Даргон амбициозен, и теперь он получил власть. Он прибрал к рукам все лучшие войска династии Цин к Шаньхайгуань, оставив больных и немощных в Шэньцзине. Он собирается отказаться от нас. Даргон всегда оставлял хорошее только для себя. На этот раз Даргон забрал все лучшие войска, включая Додо и Адзигэ, к Шаньхайгуань. Он доверяет министрам. Собрал денег в Шаньхайгуань. Почему забыл про нас? Помнится, что ты первый вступал против его похода, когда он туда направлялся. Откуда я мог знать, что Усаньгуй предаст? Если бы он не открыл Шаньхайгуань, Даргон бы выиграл. Ладно, ладно. Ты всегда прав. Тебе стоит заняться, помимо вина и прогулок с птичками, более серьезными и важными вещами. Дядя, что я могу сделать важного? Теперь я являюсь принцем без власти и без солдат. Мне в сотни раз хуже, чем вам, дядя. Мне не достичь процветания под властью Даргона. Даргон. Министры Мин убеждают стать императором. Почему не хочешь? Брат, я тоже поддерживаю это. Пекин теперь схвачен, союз центральных равнин не за горами. Теперь это твой шанс. Сейчас у тебя есть власть, великая слава и поддержка народа. Теперь есть смысл занять трон. Препятствий для тебя больше нет. Министры Фан и Хун пока еще не высказались. Раньше они подчинялись Хуан Тайди. Ну и ладно, что они еще не решились. Сейчас твоей властью возможно все. Жители центральных равнин знают только тебя. Они не знают про маленького императора. Это все равно, что захватить трон. А я дал обещание. Даргон, обещание, обман. Зачем принимать всерьез? Брат, великий человек безжалостен. Тебе не нравится слушать? Просто сделай это. Что сделать?
Тайно убей маленького императора. Что ты говоришь? Станешь императором без всяких преград. Всем известно, Джуди из династии Мин убил своего племянника и взошел на трон. Он все сделал правильно. Ладно, хватит о Дзигэ. Это не подходит. Даргон не такой жестокий. Брат, а если так? Мы оставим земли за Шаньхайгуань, Фулиню, а центральные равнины будут принадлежать тебе. Можешь сам себя сделать императором. И тогда никто никому не должен. Брат, Дадо сейчас говорит разумные вещи. Я знаю. Ты не можешь забыть ту женщину. Представь, как станешь императором, все женщины мира будут твои. Зачем тебе влюбляться? Это неприятно слышать, но теперь она уже не так молода. Красивые женщины к югу от реки Янцзы. В то время в наших же гаремах полно красавиц. Зачем тебе нужна немолодая женщина? К тому же еще она мать 7-летнего ребенка. Ты никогда не поймешь. Мы все поддерживаем принца-регента, чтобы тот сам занял трон ради счастья всего народа. Династия Цин принадлежит не только твоему брату, но также принадлежит верным основателям. Куан Тайцзи умер. Теперь настал твой черед. Кто не верен, тот предатель. Его не благословят небеса, и любой сможет его наказать. Брат, то, что принадлежит тебе, нужно забрать. Забери то, что принадлежит тебе. Забери! Трон прямо под моими ногами. Как и дворец, как и весь мир. Сейчас все в моих руках. Должен ли я вернуть то, что должно было быть моим? Даргон, разве ты не говорил, что заберешь центральные равнины как дар? Разве не говорил, что завоюешь их, чтобы жениться на мне? Ты нарушил обещание. Ты изменился. Изменился. Юар, нет, я не изменился. Юар, я не изменился. Юар. Юар. Госпожа, принц Жуй захватил Пекин. Все хвалят и ценят его. Он хороший человек. Да, да. 14-й господин самый лучший. Разумеется. Кстати, госпожа, вы помните, что сказали в Харчине 18 лет назад, когда 14-й господин по ошибке ворвался на соревнования? Что я сказала? Вы сказали, во всех степях нет никого храбрее него. Времена меняются. Уже столько лет прошло. Фулине уже 7. Госпожа, не забывайте. В Шаньхайгуань есть невероятный герой, который жаждет вернуться и жениться на вас. Ах ты, девчонка. Если бы я была на вашем месте, я бы вышла за него сразу же. Вы уже ждете 18 лет. Почему бы не воспользоваться возможностью после всех бед? Вот кто-то услышит твои речи.
Мы, люди Монголии, не очень хорошо знаем все эти изысканные правила. Вдовствующая мать императрица, что вас так обрадовало, расскажите. Вместе посмеемся. Ничего, просто ведем беседы. Слышала, что принц-регент Даргон прибыл в Пекин. В паланкине под звон колоколов вошел в Цянсингун и занял трон. Встретился с гражданскими и военными министрами прошлой династии Мин. Это правда, вдовствующая императрица-мать? Это просто слухи. Нет дыма без огня. А иначе, почему принц-регент не вернулся после вторжения? Шанханьгуань много лет видел борьбу. Нужно уладить еще 1000 дел. Наверняка у принца еще много дел с вами, а вы ему так доверяете. Ну, разумеется. Принц Жу является принцем-регентом, а госпожа – вдовствующая мать-императрица. Если они будут подозревать друг друга, разве будет тогда мир в стране? Гуй Тайфэй, правильно я говорю? Так оно и есть. Но боюсь, принца-регента соблазняют красивые реки и горы внутри перевала и прекрасные пейзажи Пекина. Он занят новым процветающим миром. Он вряд ли захочет вернуться. Он обязательно вернется. Вдовствующая императрица-мать, почему вы так уверены? Может, в ваших руках находятся его уязвимые места? Здесь его родной дом. Здесь живут его люди и жили его предки. Только недальновидного человека соблазнит тот прекрасный мир. Принц-регент высоко ценит привязанность и ответственность. Он не соблазнится. Брат, ты позвал нас, что случилось? Присядьте. Адзиге, нашел сведения о человеке, которого мы ищем. Пекин слишком большой, чтобы найти неизвестного мужчину. Это сложно. Может так? Пустим объявление. Тогда он посчитает, что мы хотим задержать его, и он сбежит. Ищите его тайно. Да. Размышляю о взыскании налогов с крестьянской армии. Ситуация в Пекине относительно стабильна. Пора идти на запад. Хотя Ли Цзичен бежал на запад, сила армии Дашунь оставалась. Они рассеялись повсюду. Режим Джан Цзяньчжуна существует на юго-западе. И еще одна проблема. Бывшие министры Мин поддержали Фу Чжу Юсуна в Нанкине и поставили дворец Хунгуан. Это препятствие для объединения равнин. Брат, оставь это пока в стороне. Гораздо важнее сейчас удержать власть. Когда станешь императором, тогда и будешь думать об этом. Кроме того, когда станешь императором, ты уже сделаешь это все именно для себя. Сейчас не переживай. Рискуешь жизнью, страдаешь, позволяя другим пользоваться результатами твоих трудов. К чему так страдать? Текущая ситуация, она заставляет меня сомневаться в моей власти. Ты только посмотри. В ту ночь Ли Цзичен сбежал на запад и в зале героев поспешно занял трон. И в чем смысл быть тут императором? Я сейчас мечтаю не о троне. Моей мечтой является объединение мира. Брат, я понимаю твои устремления. Но Адзига говорит разумные вещи. Вы постоянно убеждаете меня забрать себе трон. Но почему не думаете о недовольных, которые пойдут против меня? Хаоге, Дзиргалан и два желтых знамени не согласятся. Кто против, тот лишится жизни. Не будешь жестоким, они будут держать нас в страхе восстания. У меня сейчас нет сил бороться с внутренними конфликтами, понимаешь? Борьба здесь завершена. Народ беден и голодает. Я отвечаю за эти земли и сначала должен восстановить порядок и экономику. Я должен дать еду и дома миллионам людей. А иначе моя слава не устоит перед угрозой голодной смерти. Кто знает, сколько еще будет таких, как этот Ли Цзичен. Брат, не переживай. Адзигэ и я рядом. Забудь об этом.
Сначала найдите Ли Цзичена и уничтожьте армию Дашунь. Если у них появится шанс, они вернутся. У нас всего один шаг до успеха. Касательно дворца Хунгуан, они ничего не изменят. И еще, у меня сейчас нет никаких сил, чтобы вторгаться в Нанкин. Думаю, поступок у Саньгуя оказался полезен для тех войск Мин, которые остались на юге реки Янцзы. Их стоит немного успокоить. Возьмите себя в руки, попробуйте поладить с ними. Когда мы вторгнулись на перевал, был опубликован указ, где сказано, что это была месть во имя смерти императора Чунчжэня. Поэтому, чтобы успокоить равнины, мы должны принять местные условия и действовать не только силой, но и миром. Помилуем чиновников и простых людей. И мы не должны прощать армию Ли Цзичена. Я уже придумал план. Сначала северо-запад, затем юго-восток. Додо, слушаю. Назначаю тебя генералом Дзинь Юань. Поведешь Вана Пинцзю Саньгуя, Джишун Шанэкэси и 30 тысяч воинов Маньчжурии, Монголии и Хань преследовать Ли Цзичена по всей Шаньси. Слушаюсь. Господин, вы быстро приехали. Вы принц династии Цин и дядя императора. Вы спасли меня. Как могу заставить ждать? Присядь. Благодарю за вашу помощь. Слышал у вас невероятные заслуги. Я восхищаюсь вами. Ладно, перейдем к делу. Я пригласил тебя разобраться с одним делом. Делом? Каким делом? Я знаю, ты и твой отец не хотите работать на нас. Твой отец уклонился на совете от организации похорон императора Чунчжэня. Господин, вы много думаете. Если ты сделаешь кое-что для меня, я позволю вам вернуться в город Фудзянь. И что я должен сделать? Езжай в Шэньцзин. Убей маленького императора. Господин, вы шутите? Разве похоже, что я шучу? Я так тебе скажу. Лишь убийство маленького императора сделает Даргона императором. Я понимаю. Убийство маленького императора хорошо и для тебя, и меня. Но как я войду в хорошо охраняемый дворец и убью императора? Чэн Цзиньнань, я уже давно изучил твои способности. С помощью этого. Что это? Здесь портрет маленького императора, бирка и карта дворца. Разве будет сложно убить ребенка, имея в распоряжении это? У тебя нет выбора. Принц-регент может заставить меня выдать тебя. Ты знаешь. Ты оскорбил его при всех и заставил его убить генерала. Хочешь жить? Вскоре он узнает, кто ты такой. Тебя и всю твою семью просто казнят. Почему не дадите задание своему доверенному? Не боитесь, что я предам вас? Если мой человек провалит это дело, мне будет конец. Ты ханец. Это другое. Твои дела никак не будут меня касаться. Ты можешь предать меня, только если не дорожишь жизнью отца. Вы очень умны. Ладно, я сделаю. Чэн Цзиньнань, помни, тебе стоит знать про одного человека во дворце. Это Жуньге, страж императора. Сейчас он начальник стражи. Он был старшим стражником Хуан Тайцзи. Способный воин. И он верен маленькому императору. Что касается других, их бояться нечего. Жуньге? Я слышал о нем. Благодарю за наставление. Господин Фань, министр Хун, я обдумал одно дело и решил перенести столицу Цин
в город Пекин. Только находясь в Пекине, мы сможем контролировать центральные равнины и всю империю. Не смотрите так на меня. Не переживайте, я не собираюсь быть императором. Я дал клятву перед императором. Если я предам, то буду проклят и наказан небесами. Я не хочу быть предателем. Принц-регент, вы так мудр. Даже можно сравнить с Джоу Гуном. Обычные люди поступают иначе. Мы признаем и восхищаемся вами. Принц-регент так дальновиден. Это благословение для империи Цин. У человека лишь одна жизнь. Ни к чему эти формальности. Если бы у меня была императорская власть, я бы потерял гораздо более важные вещи. Мне нужно идти по дороге, которую мой отец и брат Хуан Тайди выбрали для династии Цин. Я хочу поднять знамя, которое представит Цин в каждом уголке центральных равнин. И тогда воцарится мир, и ничто этому не помешает. Богатство и счастье народа. Вот это моя мечта. Принц-регент так мудр и сможет защитить эту страну. Сделаем все, чтобы служить вам, и будем помогать вам во всем. Прекрасно. Господа, я позвал вас сегодня, чтобы передать вам ответственность за перенос столицы. Я занят делами государства, а вы оставаетесь в Пекине. Поэтому я беспокою вас этой проблемой. Я понимаю, вы наверняка столкнетесь с сопротивлением Шэньцзиня. Но я уверен, что вы справитесь с этим. Не беспокойтесь, принц-регент. Мы справимся с этим. Хорошо. Жду императора и вдовствующих императриц здесь, в Пекине. Если добродетель не проявлена в поступках, я знаю причину. Знающий делает чрезмерно, а глупый не достигает. Если добродетель не прояснена, я знаю причину. Мудрый делает чрезмерно. Фулинь, Фулинь! Добродетельные делают... Выходи! А порочный не достигает. Многие люди едят, но немногие могут распознать вкус еды. Мне нельзя выходить. Если добродетель не проявлена в поступках, то тогда я знаю причину. Знающий делает чрезмерно. Фулинь! Держи. Почему не выходишь поиграть со мной? Не обращаешь внимания на мое приветствие? Я... Смысл читать эти заумные тексты каждый день? Смотри, я ударил его, и он упал. Я крутой? Поэтому мы должны пользоваться грубой силой, чтобы управлять страной. А эти тексты бесполезны. Но вот моя матушка... Ты же мужчина. Почему говоришь о матери? Пойдем, погуляешь со мной? Я не осмелюсь. Брат защищает тебя. Чего боишься? К тому же, ты император. Император династии Цин. Кто посмеет обидеть? Посмотришь, как люди живут. А чему ты здесь научишься? Если будешь колебаться, я никогда не буду с тобой играть. Багор не будет с тобой играть. Останешься совсем один. Погулять разок не страшно. Ну, тогда ладно. Идем. Пошли. Кто ударил меня? Кто? Ну что, весело? За пределами дворца мир гораздо интереснее. Быть императором так здорово. Конечно. Но я слышал, дядя Даргон в Пекине стал императором и бросил нас. Это тоже хорошо. Я буду сам себе император, а он пускай будет сам себе император. Глупец. Дядя Даргон твой подчиненный. Как он может быть императором? Если он станет императором, то сначала убьет тебя. Убьет меня? Правда? Конечно.
Дядя творит только зло. Никто от него не уйдет. Когда он вторгался в Шаньхайгуань, он отрубил посланнику голову и повесил на городских воротах. Вот ужас. Дядя может тайно убить тебя, пока ты спишь, и никто не помешает. И тогда он станет императором Цин. Правда? Конечно. Разве я буду лгать тебе? Глупыш. Идем скорее. Запустим воздушного змея. Пошли. Весело было? Весело. Я буду почаще так с тобой гулять. Ладно. Вдовствующей императрице-матери долгих лет жизни. Долгих лет жизни? Хаогэ, видимо, ты хочешь, чтобы я была неспокойна, даже когда ем и сплю. Зачем вы так говорите? Фулинь, подойди ко мне. Похоже, ты становишься все более непослушным. Не следуешь моим правилам. Императрица-мать, вы пугаете императора. Ваше Величество, не бойтесь. Ты же император. Я император. Все будут подчиняться моим приказам. И ты тоже будешь подчиняться мне. Иди сюда, Хаогэ. С этого момента тебе не разрешено приближаться к императору без моего согласия. Ясно тебе? Хорошо. Тогда я пойду и сменю одежду. И буду ждать на коленях ваших указаний. Ты... Я дам всем министрам читать ваши приказы. Пусть судят, разумно ли это. Хаогэ, прекрасно. Мы уходим. Брат, спаси меня! Собрался бунтовать? Матушка, мне страшно. Ты поспишь сегодня со мной вместе. Что такое? Кто-то днем говорил, что он император, а я должна только слушаться. Матушка, я просто ошибся. Я боюсь, что дядя Даргон придет и убьет меня. Что? Я боюсь, что дядя Даргон придет и убьет меня. Фулинь, не придумывай. В этом мире я, твой дядя и вдовствующая императрица любят тебя больше всего. Нет, это мой брат меня любит больше всего. Фулинь, Хаогэ намеренно хочет поссорить вас. Я многого тебе не рассказываю. Я не хочу читать, хочу кататься на лошади и охотиться. Когда я буду все это уметь, никто тогда не посмеет обижать меня. Фулинь, но ты император. Тебе нужно управлять страной. Как ты это сделаешь без книг? Матушка, ты раньше учила меня всем этим знаниям, и мне очень нравилось твое обучение. Я не хочу учиться и получать знания у других учителей. Фулинь, я не все знания могу тебе дать. Господин Хун приглашает тебе самых способных учителей. Тебе нужно быть терпеливее и больше учиться, понял? У меня болит голова, когда я читаю все эти заумные книги. Матушка, может быть, тогда я буду учиться управлять страной, когда вырасту. Ладно? Ни за что. Я не хочу читать. Хочу охотиться, хочу стрелять оленей. Уйди прочь. Женщин не убиваю. Тогда убей меня сначала. Уйди прочь. Пошла прочь. Госпожа! Если ты хочешь убить моего сына, убей сначала меня. Ты наложница Джуан. Прости, я тоже получил приказ. Твой сын должен умереть.
Матушка! Он сейчас убьет меня! Матушка, спаси меня! Матушка, спаси меня! Спаси меня, матушка! Я прошу тебя, позволь ему жить. Он еще так мал. А ну прочь! Отпусти! Госпожа! А ну прочь! Сумо, чего ты стоишь? Уведи Фулиня! Сумо, скорее! Сумо, убегай! Кто здесь? Госпожа! Все в порядке? Ничего, скорее за убийцей! Охранять госпожу! Он убьет не меня! Не бойтесь! Убьет меня! Все хорошо! Он меня убьет! Все хорошо! Фулинь! Дядя Даргон убьет меня! Дядя Даргон убьет меня! Он убьет меня! Ты прекрасный мастер боевых искусств. Я никогда не убиваю неизвестных. Как тебя зовут? Я скажу тебе. Меня зовут Чен Мицин. Чен Мицин? Ты предатель. Ты ханец. Ты сговорился с У Саньгуем вторгнуться на центральные равнины и убить жителей. Мы, люди династии Мин, не будем жить в мире с вами. Ты не стоишь своего имени. Это Ли Цзичен привел вашего императора к смерти. Мы просто отомстили за вас. Принц-регент опубликовал указ. Написано не тревожить жителей. Тьфу! Говорите лесть, а за спиной творите зло. Хватит нести вздор. Берегись! Ты ханец, как вошел во дворец. Хватит болтать. Кто же ты такой? Кто тебя отправил? Берегись! Лови свою награду! Юар, ты в порядке? Все хорошо, тетушка. Кто же сделал это? Кто осмелился на покушение на императора? Я не знаю. Жуньга. Императрица. Личность убийцы раскрыта. Он ханец из Пекина. Ханец из Пекина? Да. Он оставил вот это, когда ушел. Бирка белого знамени. С этой биркой
мог спокойно ходить по дворцу. Может, ты ошибся, что это бирка белого окаймленного знамени? Никакой ошибки. Оставь нас. Да. Подожди. Никому ни слова о том, что случилось этой ночью. Понял. Юар, тетушка. Юар, вы верите в это? Что мы будем делать? Жуньге приветствует императрицу мать и желает долгих лет жизни. Жуньге, все в порядке, поднимись. Благодарю. Жуньге, у меня есть задание для тебя. Прошу вас. Поезжай в Пекин как можно быстрее. Пекин? Отправляйся к принцу регенту и передай письмо. Скажи ему явиться сюда в Шэньчжэнь немедленно. Да. Езжай и возвращайся скорее. Не волнуйтесь, я сейчас же поеду. Вперед! 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 Дядя вас хочет видеть, Жуньге. Жуньге приветствует принца-регента. Поднимись. Благодарю. Жуньге, почему приехал? Дядя, я оставлю вас. Что случилось? Принц-регент. Письмо от вдовствующей императрицы-матери. Хочет, чтобы вы немедленно приехали в Пекин. Даргон, если ты еще ценишь наши отношения, то приедешь как можно скорее. Я ношу нефритовую подвеску. Я дарю ее тебе. Что случилось во дворце? Что же такое там случилось? Жуньге, я считал тебя братом. Скажи мне. Принц-регент. На императора напал убийца. Вдовствующая императрица-мать была ранена. Что? Перед уходом убийца оставил бирку. Бирка белого знамени. Теперь понятно. Похоже, что Юар считает, что это сделал я. Принц-регент. Жуньге, ты же так не считаешь, верно? Что я за человек? Если захочу стать императором, буду творить подобные вещи? Не гневайтесь, принц-регент. Да, я не злюсь. Я спокоен. Вперед! 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 Поезжай в Шэньцзин и любыми способами доставь письмо принцу Су. Помни... Не выдавай себя. Бэйдзи, не волнуйтесь, я все сделаю. Вперед! 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 Госпожа! Госпожа!
Император снова напуган. Ваше Величество, не подходи ко мне, не подходи! Не подходи сюда ко мне! Фулинь, я здесь. Нет! Фулинь! Не бойся, матушка рядом. Я не позволю никому навредить тебе, Фулинь. Уходите, все уходите. Фулинь. Уходите. Фулинь. Они хотят убить меня. Фулинь, малыш. Фулинь, не бойся. Уходи. Они хотят убить меня. Вперед. You are. Как Фулинь? Ты в порядке? Матушка! Фулинь! Матушка, спаси меня, матушка! Фулинь, что с тобой? Не узнаешь меня? Я же твой дядя. Прошу, не убивай меня, прошу! Фулинь, да что с тобой? Не подходи, Даргон. Матушка, дядя Даргон хочет убить меня. Матушка, спаси меня. Фулинь, малыш, я здесь, не бойся. Что случилось? Этот дядя Даргон, он злой. Дядя Даргон очень плохой. Старший брат сказал мне правду. Он плохой. Не бойся. Ваше Величество, пойдемте. Мы уйдем сейчас. Даргон, ты знаешь, почему я попросила тебя вернуться? Разумеется, знаю. Юар. Не трогай меня. Я не посылал никаких убийц Фулиню. Даргон, долго ты еще будешь притворяться? Я не притворяюсь. Человек делает, а небеса наблюдают. Ты еще будешь притворяться? Юар. Жуньге сказал, ты подозреваешь это моих рук дело. Я без раздумий сразу же выехал сюда из Пекина. Разве ты не знаешь, что я за человек? Даргон, посмотри внимательно. Разве это не бирка белого окаймленного знамени? Даргон, ты так жесток, что даже намеревался убить Фулиня. Если бы не мой собственный опыт, я бы не поверила, что ты хочешь стать императором. Ты мог бы просто сказать мне, и я бы попросила Фулиня отдать тебе трон, и проблем бы не было. Зачем ты сделал это? Зачем хотел убить Фулиня? Посмотри. Моя бирка здесь. Ты регент. У тебя много бирок. Юар, очевидно, что это заговор против меня. Подумай, зачем мне убивать Фулиня? Как я могу убить его? Только ты сам знаешь правду. Мое сердце разбито. Даргон, мое сердце разбито на части. Во что ты хочешь, чтобы я верила? Наши отношения или истинную реальность? Если бы хотел убить Фулиня, я бы стал сюда возвращаться. Стоял бы перед тобой именно здесь. Я не верю. Я уже ничему не верю. Я лишь знаю, человек, которому я доверяла, превратился в хладнокровного, жестокого, беспринципного мужчину. Мне так больно. Так больно. Юар, я не изменился. Ты единственная надежда и тепло в моей жизни. Я люблю все, что связано с тобой. Фулинь. Один из самых близких мне людей. Второй после тебя. Как я могу сделать такое с Фулинем? Ты слышишь меня?
Ты не веришь мне? Верить тебе? Как мне верить тебе? Дорогой, если хочешь убить Фулиня, убей сначала меня. Юар, что ты делаешь? Фулинь мой сын. Он моя жизнь. Я бы променяла свою жизнь на сына. Даргон, все эти годы я никогда тебя ни о чем не просила. Но сейчас я прошу, ладно? Я умоляю тебя. Юар. Все, что я делал в этой жизни, было ради тебя. Я живу ради тебя и умру за тебя. Я сказал однажды, все в этом мире, неважно, власть, трон или слава, это все мне не нужно. Нужна только ты. Я все равно буду говорить тебе. Я никогда не изменюсь. Никогда не изменюсь. Я буду жить ради тебя и умру ради тебя. Дорогой, знал бы ты, как сильно болит мое сердце. Знал бы ты, какой беспомощной и напуганной я себя чувствую. Все эти годы ты был всем моим миром. А теперь мой мир рухнул. Кому еще мне доверять? На кого еще положиться? Даргон, если я не могу доверять даже тебе, какой тогда смысл моего существования в этом мире? Юар, не волнуйся. Я обязательно все расследую и объясню тебе. Доверься мне. Чинь